мопед Racer. Скорее всего, 110-й. Что-то у него какие-то стуки в коробке. Вот слышны какие-то стуки посторонние. Вот я пальцем держу вал и чувствую, за что удары приходятся прямо по нему. Передача переключается, мопед ездит, но какие-то посторонние шумы в коробке. Надо посмотреть, что там случилось. Разобрал сцепление. Так. Вот нейтралка. Первичный вал коробки вращается и в одном месте заклинивает. В этом месте немножко провернуть и крутится дальше. Что-то там в коробке. Надо снимать мотор и разбирать полностью. Вот, треснул зубик. Треснул, но не отпал. Ну, из-за этого был шум. Нашлась неисправность на первичном валу коробки. Подломан зуб. Вот этот зуб. Вот в этом месте видна трещинка. Первичный вал коробки передач. Вот здесь, что я тут нашел. Вот этот зуб. Вот трещинка с края зуба. И видно, что этот зуб смещен. То есть он подломлен, но не до конца. Вот. Как он криво стоит. Получается, когда он касается шестерни, как бы упирается и немножко подклинивает. В общем, надо менять эту шестерню. Вот он, этот сломанный зуб. Он треснул, но не отпал. И, в общем, из-за него было подклинивание. Ну и звук тоже. Вот трещинка на зубе. Шестерню выкидываем, ставим нормальную шестерню, и все будет хорошо. Моторчик перебрал, все работает отлично. Никаких посторонних шумов нету. Все передачи работают. Можно пользоваться. У этого мопеда еще не работает электрика. То есть напряжения совсем нет. И ни одна фара не светит. Вот провод с генератора идет. Желтый провод. И вот розовый. Это обмотка генератора. Здесь вот нормальная клемма. А здесь изоляция почерневшая. Видно, что тут что-то происходило. Завел мопед. Подсоединяем второй контакт генератора. И тут проскакивают искры. Так, меряем напряжение генератора переменное. Движение идет 14 вольт примерно, плюс-минус, на холостых. Подключаем генератор. Даже по двигателю слышно, что нагрузка пошла.
2 вольта всего. То есть где-то короткая, скорее всего, регулятор неисправный. Так, вот встал после генератора, короткая. Отключаю регулятор, короткого нету. Вот регулятор неисправный, звонится. А вот этот с другого мопеда исправный. Тут нету ничего на входе. На выходе конденсатор меряется. А тут на входе короткая. А на выходе звонится конденсатор. Сейчас я поменяю регулятор. Питание появилось. Даже фара горит. Она горит тускло, как будто там габарит. Горит. Да, горит габарит. А фара что-то не горит. Буду разбираться дальше. Поворотнички тоже работают. Напряжение появилось, поворотники, габариты стопак работают, не работает только фара. Надо посмотреть фару. А, вижу, спиралек нету на фаре. Ой, лампочки нету, спиралек совсем. Нужно поменять лампу. Двигатель от АТВ. Это такой четырехколесный квадроцикл. С кабинкой не выжил. В двигателе не было масла, видимо, движок сожрал или может где-то вытекло, и он заклинил. Снял крышки головок, и во втором цилиндре видел вот такую штуку. Успокоители цепи ГРМ поплавились. Вот, видно. И вот тут такой мусор в виде таких опилок. Это как раз от этого успокоителя. А в первом цилиндре все нормально. Натяжитель цепи ГРМ из второго цилиндра тоже поплавился. И немножко деформировалась резьба. Надо снимать головку и цилиндр. Болтики открутил уже. Сейчас буду снимать. Посмотрим, что там внутри. Снял цилиндр. Цилиндр в норме. Поршень тоже в норме. Колечки на месте. Никаких задиров нету. Поршень немножко в масле. Пальчик тоже в норме. Верхняя головка шатуна в норме. Немножко масла есть. Никаких задиров не видно. Нижняя головка шатуна. Коленвал сухой. И нижние головки шатуна ходят с хрустом таким, с шуршащим. Надо разбирать и снимать коленвал. И, возможно, его менять.
Она ревновала, что попугайчик вот так, смотри, попугай, и влезла вон туда.